существует определенная проблема, на данный момент нерешаемая на нашем уровне, так как те курительные смеси, которые на данный момент продаются в этих точках, не относятся к наркотическим психотропным, к сожалению, хотя имеют такой эффект. Меняется формула, и вещество, которое оказывает наркотический эффект, к сожалению, химиками не признается наркотическим. На уровне государства с этим ведется борьба, нужно вносить изменения в законодательство. Мы об этом неоднократно уже докладывали свое управление, свой департамент, в министерство. Это не проблема Харькова, не только Харькова, это проблема всей Украины, это существует. Предприимчивые наркодельцы стараются на этом заработать, и не маленькие деньги, естественно, но пытаемся поймать их на тот момент, когда вот именно очередную форму вносят в список наркотических. Отслеживаем. Вот только так получается.